Привіт! Мене звати Саша Манохіна і ви дивитесь програму «Молодість». Тут ми знайомимо вас із яскравими представниками нового покоління, які своїм прикладом точно доводять, що вік не має ніякого значення. І сьогодні гостем нашого випуску стала Олександра Борисюк. Привіт! Привіт! Олександра Борисюк, 19 років. 11 років займалася фігурним катанням та має звання кандидата у майстри спорту України. Після завершення кар'єри фігуристки почала займатися кайтбордингом. Чемпіонка України з кайтбордингу 2019 року серед юніорів в дисципліні Twin Tip Slalom. Чемпіонка України з кайтбордингу 2020 року серед жінок. Расскажи, коли професійний спорт з'явився в твоєму житті? Вообще спорт появился в моей жизни, когда мне было 5 лет. Это было фигурное катание, меня отвела туда мама. И потом я уже не помню свою жизнь без спорта, к счастью или к сожалению. И фигурным катанием я прозанималась 11 лет до 16. В 13 лет я получила звание кандидата в мастера спорта. Потом 3 года я тренировалась в другом городе. В 16 лет закончила фигурное катание и перешла уже на другой вид спорта. Это кайтсерфинг. Какими своими перемогами у фигурном катании ты пишаешься найбільше? Наверное, то, что мне получилось получить кандидата в мастера спорта. Потому что конкуренция довольно-таки большая была. И то, что я вообще себя пересилила и столько лет продержалась, претерпела, прозанималась фигурным катанием, хотя сложностей было очень много. Какие трудности, например? Когда мне было 14 лет, так сказать, начался переходный возраст, это все девочки в спорте, я думаю, с этим сталкиваются, но большинство, во всяком случае, особенно в таких видах спорта, как фигурное катание, гимнастика, балет, когда начинаем расти во все стороны и очень сильно сбивается координация. То есть получается, что все прыжки, вращения делать намного сложнее, потому что другой вес, другой рост, и собраться очень сложно. И, естественно, после 13 лет я все растеряла, то есть прыжки и все остальное было очень сложно собирать, было очень сложно учить, и все пошло на спад, так сказать. То есть 3 года я уже боролась с собой, боролась с весом и со всеми трудностями. Ну и в итоге решила закончить, потому что появились другие цели, другие мечты, и решила их воплощать в жизнь. Зараз сумуешь за фигурным катанием? Нет, я каждый раз, когда хочу, иду катаюсь на прокатах, или есть там всякие группы здоровья проводятся. То есть для себя я продолжаю, конечно же, заниматься. И вообще я слежу за фигурным катанием, за мировым особенно. У меня есть любимые фигуристы, я переживаю, смотрю чемпионаты мира и так далее. Після фігурного катання ти почала займатися кайтбордингом. Такий абсолютно інший вид спорту. Чому саме такий вибір? Кайтбординг мене інтересував вообще з самого дитинства. Я в дитинстві часто бувала на морі, в частності на Кароліно-Бугазі. Видела, як люди катаються там на цих парусах. Я ще не знала, як це називається, що це. Мені завжди подобалося. Я говорила родителям, типу, мама, я хочу це спробувати, це так класно. Мама така, закінчиш фігурне катання, попробуєш. Пожалуйста. І так і вийшло, коли я закінчила фігурне катання, буквально через місяць опять оказалась на морі. Це був вітряний день. Увидела, як люди с этими парусами выходят в гидрокостюмах, они вообще казались абсолютно другими, какими-то свободными, я не знаю, то есть ветреными. И я подошла, спросила, что это, где этому можно научиться, там, где купить все это. Как раз попала на кайт-инструктора. Мне этот человек сказал, говорит, я обучаю кайтсерфингу, и все рассказал, показал. Так я и решила попробовать. Наскільки розвинений сьогодні кайтбординг в Україні? Чи велика конкуренція, чи багато молоді у цьому виді спорту? Кайтбординг зараз якраз починає набирати популярність. У нас в країні
У нас проводятся соревнования. Вот я уже 2 года подряд участвую в чемпионате Украины. В 2019 я заняла 3-е место, а вот в прошлом году я заняла 1-е место в чемпионате Украины в дисциплине слалом. Это гонки. У нас вообще есть несколько дисциплин в кайтбординге. Это фристайл, это прыжки, там все возможные трюки. Есть дисциплина бигэйр, это прыжки в высоту. И есть и гонки слалом. Есть слалом на твинтипе, это обычная доска, ну, наподобие сноуборда, так сказать. Есть гонки на гидрофойле, это доска с подводным крылом. То есть получается как бы доска, которая парит над водой. И на ней можно набирать большую скорость. И вот сейчас набирает популярность этот вид кайтбординга, потому что он с недавних пор вошел в олимпийскую дисциплину. И будет, конечно же, развиваться, будут делать чемпионаты Украины по этой дисциплине, чтобы была возможность потом украинских спортсменов отправить на различные международные соревнования, ну и в частности на Олимпиаду. Минулого року, коли ти перемогла, як саме проходили усі змагання, які ти емоції відчула тоді? Я вообще не нервничала, потому что все зависит от ветра в кайтбординге. И когда ты уже с самого утра сидишь и ждешь, будет подходящий ветер, проведут соревнования, не проведут, ты вообще успокаиваешься, просто уже ждешь, когда там начнутся эти гонки, все проедешь. И, ну, конечно, я обрадовалась, потому что, ну, это приятно, когда вроде я занимаюсь только вот 3-й год пошел, как я знакома с кайтбордингом, и уже есть такие успехи. Яка ідеальна погода для кайтбордингу? Когда дует ветер, ну, желательно, чтобы было 6 метров в секунду, ну, и выше. Там уже, когда дует сильный ветер, то проводится обычно бигэйр, то есть прыжки в высоту. А когда, ну, слабее, то берется больше кайт и в другие доски. Ну, и желательно, чтобы не было дождя, молнии и всего остального. А як часто ти тренуєшся і як саме проходять твої тренування? Опять же, все зависит от ветра. То есть мы обычно, кайтеры смотрят прогноз погоды, видят, что там на следующей неделе намечается ветер, отбрасывают все свои жизненно необходимые дела и уезжают кататься. Обычно, ну, катаемся либо в Телегульском лимане в Коблево, там на косах, либо Сергеевка. Иногда можно и в море, только, конечно же, за городом, потому что обычно много людей на пляже и невозможно кататься. В среднем сезон начинается с апреля месяца, то есть уже погода позволяет, тепло. Ну и заканчивается, ну, осенью. Я каталась в прошлом году в ноябре, то есть я в ноябре закончила, закрыла сезон, так сказать. Конечно же, очень хорошо, если можно полететь куда-то в Египет тренироваться или еще в какие-то страны. Но Египет, наверное, самый подходящий, потому что там часто дует, хорошие ветра, мелко, Красное море, оно мелко и удобно тренироваться. Якщо ти не їдеш до Єгипту взимку, як ти підтримуєш себе у формі? Просто підтримую фізичну форму. Хожу в зал, займаюся пілатесом. Ну і жду сезону. Звісно, це найскладніше, прям вообще. То есть получается 3-4 місяці перерив, а коли ти любиш какое-то дело, у тебе нет возможности им заниматься, то начинается вообще депресивний період такой. Просто ищеш чим заняться, ищеш себе. Нічого в этой жизни так не радует, как возможность покататься на кайте. Чи багато витрат потребує цей вид спорту? Адже потрібно мати свій кайт, доглядати за ним. Принято считать, что кайтбординг – это дорогой вид спорта, но на самом деле это не всегда так, потому что в любом случае можно взять бэушное, либо можно брать на прокат. Если ты начинаешь учиться с инструктором, да, либо в кайт-школе, либо просто частно с инструктором, то тебе снаряжение все выдают. То есть ты как бы платишь деньги за обучение, и все туда входит. А там ты уже решаешь, если тебе нравится, ты можешь искать снаряжение. Ну, конечно, если новый комплект, вот доска, там, трапеция, стропы, кайт, ну, не меньше $1000 будет все это стоить. Если бэушное, то может и дешевле. Чи є у тебе улюблені елементи в кайтбордингу? Да, есть, в принципе. Ну, я сейчас начинаю учить прыжки в ванхуке. Это когда я снимаю с себя кайт. То есть у меня вообще кайт, он на стропах прикрепляется к трапеции. Трапеция, она на туловище. Ты снимаешь, получается, кайт с трапеции и делаешь какие-то трюки в воздухе. И приземляешься, и подцепляешься обратно. И вот я сейчас
делаю упор на изучение вот этих трюков. Также мне нравятся некоторые олдскульные трюки, это как там фронт-ролл с грэбом, дарк-слайд. Чи є в тебе улюблені спортсмени у цьому виді спорту, на результати яких ти орієнтуєшся? Так, звісно, їх дуже багато. Ще дуже багато мирових, дуже класних кайтерів. Допустим, є дівчинка Мікаїлі Сол. Вона катається дуже класно, їй, по-моєму, тільки років 15 або 16, вона виграє у всіх взрослих. От прям взагалі їй, мабуть, дано від Бога кататися на кайті. Звісно, я на неї орієнтуюсь, смотрю її трюки, розбираю, якби аналізую, що я роблю не так. Це досить екстремальний вид спорту. Можеш назвати такі короткі правила, як максимально безпечно кататися на кайті? Нужно вміти плавати, перш за все. Звісно, у нас є місця, де мілка, где, ну, тебе по колено, и там можно как бы безопасно кататься, но если ты выходишь в море, либо катаешься в отжиме, то есть когда ветер дует с берега в сторону лимана, моря, то нужно уметь плавать на всякий случай, хотя бы базовое, просто держаться на воде. А так я бы сказала даже, что это относительно безопасный вид спорта, если к нему подходить с мозгами, как бы не делать никаких глупостей. Потому что есть система страховки, если у тебя что-то случается, кайт падает в воду, переворачивается, и ты там случайно с кем-то переплетаешься, ты всегда можешь отстрелить от себя кайт, уже собрать его на воде и выплыть. То есть, ну, я бы сказала, что этот спорт доступен для каждого. Не обязательно иметь супер физическую подготовку, много силы. То есть и девочки, и даже маленькие, там, худенькие девочки спокойно с этим справляются. Чи траплялися у тебе якісь неприємні випадки, наприклад, травми? Да, как раз после чемпионата Украины прошлого года я, так сказать, не справилась с управлением. Я прыгала в прижиме, то есть когда ветер дул на берег, и не рассчитала силу ветра, и ударилась шеей. У меня было 3 трещины в шейных позвонках. Ну, я 2 месяца сделала перерыв, не каталась, все полностью восстановилась, так что все хорошо, продолжаю тренироваться, кататься. Эта травма была сугубо по моей вине, и как бы не потому, что этот спорт там травмоопасный или что-то такое. Чи плануете найближчим часом якісь чемпіонати, до чого зараз будеш готуватися? Да, планируется уже в начале мая. Будут начинаться старты, будет первый этап Кубка Украины. Конечно, я готовлюсь к нему, будут и гонки, будет фристайл. Вообще на этот сезон как бы запланированы многие соревнования, в том числе в конце сентября будет чемпионат Украины и будет проводиться дисциплина гидрофойл, это которая олимпийская дисциплина, так что я обязательно буду к ней готовиться. Я только начала осваивать эту дисциплину, я ранее в ней не принимала участие. Конечно, хочется, ну, чтобы все соревнования состоялись, чтобы ничего не помешало. Ну и в дальнейшем надеюсь, что будет возможность поехать, ну, куда-то за границу на какие-то этапы. Ты сейчас учишься в университете. Это как-то связано со спортом? Да, я учусь на заочном обучении в Киевском университете физкультуры и спорта на специальности фитнес и рекреация. Конечно, думаю, как-то и дальше связывать свою жизнь, ну, не только с кайтсерфингом, возможно, и как-то уходить в направление фитнес, реабилитации и что-то такое. Якщо уявити, що у твоєму житті ніколи б не було професійного спорту, ти колись думала, чим би ще ти могла займатися замість цього? Яка це була б сфера? Нет, не думаю. Я думаю, все равно бы все пришло к спорту. И хотела бы я вообще, наверное, заниматься серфингом или что-то связанное с этим. Думаю, если бы не какой-то вид спорта типа фигурного катания, я бы хотела попробовать, может, и на яхтах кататься. В общем, все связано с морем, потому что, ну, любовь к морю была с детства, и я думаю, что я вначале пошла немножко не в то направление в плане льда. Немножко жалею, что потеряла много времени и не пришла, опять же, к кайтсерфингу раньше. Возможно, уже были бы чуть-чуть другие результаты и уже было бы больше опыта в этом деле. Я
які ти собі поставила спортивні цілі на найближчі роки? Чого ти хочеш досягти? Головне, моя ціль – це кататися. Кататися акуратно. Підходіть до цього ділу самому, участвувати в соревнованнях, займати призові місця на соревнованнях, от осваювати олімпійську дисципліну гідрофойлу, гонки на гідрофойлі. І сподіваюся, що буде можливість виступати везде за границей в тому числі. Якщо наші глядачі зараз вирішать спробувати себе в цьому виді спорту, які ти можеш дати їм рекомендації? Іскати хороших інструкторів, лучше всього обращатися в кейт-школи, де є обладнання, де потім видають сертифікат, що ти пройшов обучення. Учитися плавати, якщо ви не вмієте. Ну, і треба любити це діло, я думаю. Тобто, якщо ти пробуєш, ну, там, тільки тому, що, ну, що б не попробувати, ну, можливо, і не вийде. Треба прямо розуміти, що це, чувствувати, так сказати, вітер, воду, море, і відноситися до цього з любов'ю. Тоді все буде добре. І наостанок, може, ти хочеш щось сказати чи побажати нашим глядачам? Тобі слово. Да, я хочу пожелать всем, чтобы они нашли свое любимое занятие, потому что я считаю, что это очень важно заниматься тем, что ты любишь. Ну и, конечно же, всем любви и здоровья. Дуже тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову. Я впевнена, що ти надихнула наших глядачів своєю історією. Дякуємо вам за перегляд та побачимось у наступному випуску програми «Молодість».